Нет, медведи! А чего? Не верю я! Я это в это не верю! Да-да-да-да-да-да-да-да! Уникальный игрок. Привет, ребят, привет. Так, алхимик, Луна Шиде. Блин, панго для обеда. Обед, кстати, на панго пипец задрот вообще. Честно, я бы хотел, чтобы Virtus.pro прошли дальше. Ну, то есть мне за ними будет наблюдать намного приятнее. Поэтому, конечно, может быть, поддержать их рублем, так сказать, отечественным. Киритыч, бля, не обосрется? Кто знает, да? Не, надо на ВП. Надо на ВП. Вперед, медведи! Да не, ну очень классный драфт. Ну, типа, прикиньте, Дарксир стянет под Дизраптора. Он, опять же, комбинация с Алхимиком, с бочкой. Сурш на Лишака. Битрайдер — это БКБ-контроль против Луны. Бля, вот немножко я, конечно, переживаю за Алхимика. Мне кажется, герои говнище ебаные. Плюс еще тут прикол. Ну, в плане тут как бы селедка, винга, куча минус армора. Луна с шардом его перебивает без шансов. Плюс это Луна, Шадоу Демон. Ну, то есть здесь нет керри матчапы у Virtus.pro Favorite. То есть, по сути, у Blacklist в лите, ну, поинтереснее все. Бардак. Дерьмо. Ну, дерьмо. И бардак. Не, ну тут точно мид 50-50. Может быть, даже как будто бы обед, да, из-за того, что он потняк, он его может и подразъебать. В боте, мне кажется, линия сильнее УВП. Даже несмотря на то, что Дизраптор не самый сильный лейнер. Хотя вот хуй знает, все алхимики, блядь, жрут говно на линии всегда. Ой-ой-ой-ой, что за игра от Сквадикса на миде? С той ноги он проснулся. Тут даже Киритыч, блядь, ультанул. Из 8 крипов 6 добил. ФНГ в это время уже запулил на маленький. Киритыч отошел вместо того, чтобы нафидить. Ну что за песня, что за сказка, как бы. Вперед, медведи! Да, блядь. Законтрить что-то. Блядь, у него просто какой крипстат потрясающий у Сквадикса. Это что-то с чем-то вообще. Он настолько охуенно добивает крипов, что он просто решил себе зарашить нулик, чтобы подразъебать медочек поплотнее. Бесеги Гаркан. 15 крипов просто. У него так. Ой-ой-ой, Тимс. ПБ для Киритыча. Киритычу больно. Фейрика нету. До конца пошел за Габи. Габи есть стан, но Киритыч смог уже идти. Кстати, на самом деле, если бы Габи просто его фол... О, Киритыч решил засуицидиться банкой. Ну, суицид не выход, брат. Прикольно, кстати, сделал. Дропнул брейсеру стэк, чтобы быстрее умереть. Так, нападение на Киритыча. Маны, кстати, у ФНГ нету. Бочка пошла. Киритыч пытается тут как-то выжить. Откидывает бочку. Будут до конца драться. Но Киритыч точно умирает. Тяжело здесь стоять алхимику. Знаете, мне кажется, в чем основная проблема? Как-то у ВП не получается на легкой линии вернуть линию. То есть все, что я вижу, постоянно линия стоит под вышку с Лордара. И поэтому алхимику сложно. Но алхимик — это тот герой, который не выпадет здесь по нетворсу. То есть даже если его пару раз убьют, это не будет проблемы. Кстати, от... Тимс украл руну. Побед сразу посмеялся. Тимс стакает здесь... ФНГ здесь. Так. Сквадикс. Руна в итоге МЖЗ забирает иллюзии. Пошел ультимейт от обеда. Сквадикс с диаболиком на самом деле очень сильный. Обеду нужно быть аккуратней. Так, пытается закатать тут ФНГ. ФНГ умирает. Неприятно, конечно, пока что все для ВП в early game. Начинают проигрывают они вот эти микростычки. Алхимик еще остается один на один с Лордаром, у которого уже два брейсера и почти Power Threads. Точнее, есть ПТ, но летит. Так, Киритыч. Киритыч умрет. Ну, хотя 6 стиков. Летит ФНГ. Стики нажал. Переключаю ПТ, кстати. Можно сейчас попробовать даже его разменять, но тут дизрапшена будет дожить бочку. Естественно, у нас Тимс. ФНГ. Есть Глимс. Убьют. Убьют Габи. Там есть Глимс. Нажимается Глимс. Габи умирает. Хороший килл, на самом деле. Очень хороший килл. Дизраптор практически 5-й уровень получает. Это пиздец как важно, потому что Дизраптор один из тех героев, которому безумно важно получить 6-й левел. Без него он прям очень бесполезный. С 6-м уже можно будет прийти там и Луну в топ убить, и на самом деле панга под Лишака ебануть в миде. Ну, круто, круто. Так что тут Киритыч создал момент, забайтил. Просто если он это... Так, Сквадикс. Выход на него. Понимает он это? Нет, он это не понимает. Ой-ой-ой-ой, Сквадикс подставляется, летит моментально. У нас ФНГ. ФНГ 6-й левел, накрывает обеда до ульты. Успеть бы продлить, но нету стана у Сквадикса, но все равно сожгут его нахуй. Нужно вернуть, нужно вернуть. Банка 12. Вижда. Да! Идеально нахуй. МЖЗ надо было как-то вот так вот идти. И это еще один килличек для Сквадикса? Молния? Идеально. Вообще два килла. Почти Кая без рецепта. Ой, как много здесь, кстати, стаков иншей. Но я думаю, это, знаете, это Кая через 100 голды, и Лишак пойдет это качать просто. Да, нажимает смокбот. Левел 7, Глимс 3.
Опять же, если сейчас получится убить обеда, это будет настолько важный килл. Тимс выходит. Обеда накрыть дульты. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы сейчас верну... Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот буквально, если бы они пришли на секунду раньше... Так, ну Киритыч пытается убежать. Здесь же, кстати, МЖЗ, у него есть свап. Сейчас будет свап по алхимику. Нажимается свап по алхимику. И у алхимика сейчас просто за секунду сбёрзнет. Прилетает пауз. Здесь 5 героев команды Blacklist International. Сквадикс пытается держать позицию. Габи очень агрессивно играет. МЖЗ просто заблудился в двух ветках. Союша нет ультимейта. Можно бежать за Габи. Хорошая стенка от Нотсида возвращает. Кстати, у нас ФНГ. Но опять отличный дизрапшн от Тимса. Нужно говнеца дать Нотсиду, связать как-то рачков. Обед без ульты, но все равно опасен он очень. Даже без диффуза. Какие агрессивные, блядь, филиппинцы. Ебанешься вообще. Очень агрессивно играют. Ну вот, буквально секунды не хватило. Так, докастовывает баночку на тягу. У нас Нотсид. Успеет ли спуститься? Нет, не успевает спустить, вернуть. ФНГ? Ньюс. Так, Палас. Ну, до Паласа тут, конечно, не доебаться, если честно. Без стенки и без тиммейтов. Ну и Сквадикс какую-то хуету делает. Может Скай просто пойти, блядь, качнуть стаки. Вместо этого идет что-то, блядь, под вышку. Пока-пока ВП вот именно в таких микромоментах эрли-гейма похуже. Но, несмотря на это, имея имбалансных героев, который... Вот это что такое оказуаливание доты? Это вот когда тебя полностью, блядь, переигрывают, а у тебя просто, блядь, герой имба, нахуй. Вот ты играешь на Думе, блядь. Вспомните старого Дума? Любой долбоеб на нем мог быть 0.20, но нажимая бесконечно первый скилл Мидас, он был топ-1 по нетворсу. Рано или поздно он себе дофармливает блинк БКБ и любого кора убивает. Все, так и живем, блядь. И тут то же самое, как бы, герои фармят хорошо, поэтому... Ой-ой-ой. Ну как вот, опять же, вот это все должно фармиться с лишаком. Прилетает ФНГ, есть Глимс. Возвращают МЖЗ. Ультимейт пока не нажимается. Сквадикс рядом. МЖЗ умрет. Но нормально, кстати, здесь и экспу поделили, и подспиздили. Боже, кстати, у обеда дохуище. Просто дохуище. 6400 на этом по гальере. Так, ФНГ. Она палос. А палос-то опять. Так, летит. Летит Shadow Demon. Подсейвить эту луну. Даже не верят, если честно, они, что луна здесь одна. Так. Ну, нужен лишь шаг. Да где, блядь, он нахуй? Почему они делают это, блядь, не все? Ну что они делают? Почему они нападают на луну под вышкой без лишака? Был бы лишак, это был бы, ну, это был бы минус тауэр, минус 2 моментально. Так, ну что, ВП по-прежнему ведут по голде. Продолжают набирать свои предметы. Скоро будет булстол на Сквадикса. Здесь, конечно, точно ему нужно будет играть через Шиву. Еще неплохая... Ой-ой-ой, нажали смог. По-моему, кстати, зацепил этот вард, если не ошибаюсь. Потому что даже, да, помигал Палас. Ревили смог, у нас здесь блэклисты. Ой-ой-ой, Союз, они готовы. Они готовы, надо на МЖЗ нажимать лассо, да? Ой, как ну блин, как же хорошо блэклисты просто вардят. Из-за этого они просто максимально были готовы к этому муву. Союз пытается убежать, нападают на Сквадикса. Обеда хуёво, обеда хуёво! Ну нужна помощь какая-то, ну тут БКБ, ебать, ему отскоса просто ебасосину сносит имба Габи. Какое хорошее быстрое БКБ, в итоге реализация его умер. Так, МЖЗ, у Габи БКБ заканчивается. Пиздец, как хуёво Киритычу под меткой. Прыгает обед, обедочка, обедочка, добить, обедиса, добить. Блядь, это Глимс. А чего? Нихуя себе. Как он это делает? А почему обеда не вернули и банку не выкинули в него? Он же супер ошибался. А как он это сделал, блядь? А, там метка была. А, он взорвался. Блядь. Ну ладно, это не так жестко, значит. Я думал, на Увижен опять, как с тем пауэршотом. Ну, блядь, да они сыкуны нахуй, понимаете? Вот это вот, вот по таким микровещам ты это и видишь. Типа, ты либо идешь и берешь риски, да? Как бы дерешься до конца. Либо, блядь, постоянно гетбэк, блядь, делаешь. И вот тот, кто делает гетбэк, вот, ну, в итоге он песос-то и сосет. Ну, они в микромоментах просто, на самом деле, хуже, чем, ну, очень плохо отыгрывают. Я удивлен, ну, вот, и реально из-за того, что у них неплохие герои, они должны намного больше проигрывать здесь по деньгам. Потому что они, по сути, вот все моменты, которые были в игре, они все сыграли хуево. Такое же реально. Кстати, отличный смог на Нотсида. Смотрит, Нотсид вообще ничего не читает. А Нотсид даже не ожидает, что его здесь видно. Вот этот вард, это просто легенда. Вот здесь был вард, который тогда смог запалил. А, нет, это тот же самый вард, который тот смог запалил. Шикарно. Просто Тимс, просто братишка делает вообще нереальную хуету. Сейчас можно еще Рошанчика убить за 40 секунд, потому что метка с Лордара есть. Левел 2. Очень круто у них пока что все в игре. 3000 преимущества. Сейчас будет Аегис. Так, здесь БКБ, как я понимаю, уже есть. Да, есть БКБ у Киритыча. А, ну, не сильно он отрывается от Луны. А у Луны монетки нет, не забывайте. Обед забирает Аегис. Летят, кстати, на Союз. Опять шикарный вард просто, который...
Ну вот ВП даже не думаю, знаете, где их можно, ну, типа, их видят, не видят. Опять посмотрите, какой вард. Ну, ебаный насос. Ну, кстати, нет, ФНГ прошел мимо. Ну, ладно, они ушли. Они ушли, поэтому не было. Даже возможности здесь что-то. Обед забирает активку. Не, ну все, зашугались, понимаете? Их зашугали. То есть все, они уже обосранные. Сейчас будут бегать, как в ММе, от Аегиса. Сквадикса видно на варде. Его видят, ФНГ тоже видят. Сквадиксу нужно бежать. А он даже не знает, что его видно. Нет, он делает тэп-аут. Ну, что уже увидел. ФНГ ему разревелил. Все. ВП сейчас подливы штаны просто смочили. Поэтому тут нужно, не знаю, на чудо надеяться. А чудо это что? Это дайгер на Дарксире после Аганима. И стяжка под ульт диза. Только так. Короче, rest in peace просто, Virtus.pro. 5000 преимущества. А Аегис на обеде. Хотят выбить? Да, но там Инга за спиной стоит. Сразу инста-свап. Но этого хотя бы оставьте. Нормально, нормально. Четко Венга сыграла. Знаете, вот им не хватает яиц просто. Вот серьезно. Особенно их мидеру. Вот мидер с акунишкой у них жесткий. Вот уже какую я смотрю игру, вот попахивает, подсикивает он в мувах. Надо ему больше быть, конечно. Не бояться умереть. Вот, ну я бы Скирит еще брал пример. Вот он не боится. Кстати, шикарный тайм. Таргет. Шиде. Можно вообще любой файт. Если Шиде мертв, можно вообще разъебывать их без шансов. Не могут драться блэклисты, если Шиде мертв. Так, сейчас выбито. Бля, ну как же бояться ВП, ну вообще пиздец. Все, бегите, глупцы, нахуй, Габи. Есть БКБ, да убейте. Убейте их нахуй всех, нет шиду демона. Хватит, да, блядь. Так, пошла стенка, Габи пытается сделать тэп-аут. Есть ли сбить что-то? Бля, как он заебал, он выживет еще? Ты охуеть, ты что, ты кто, блядь? Кто ты, воин? Ну еще и выжил, это вообще жесть. Ладно, жесткий, этот тип жесткий. ФНГ, я поставил глубокий вижен. Смог, нажали, кстати, смог на... Ой-ой-ой-ой. Скан, Киритыч попадает под скан. Киритыча могут убить. Ой-ой, хорошо, что в это время вышел союз. Вот это очень важно. Пиздец, Киритыч был просто на волоске от смерти. Пока у него нет кирасы, его убьют, но вот с таким количеством армора просто за секунду. Там же 18... Нет, там не 18 пока что. Но все равно. Тут какой-то, ну опять, ну, симфония скиллов нужна. Пиздец, челу 25 голды до кирасы, молнию нажал. Ну, гнида. С кирасы сейчас мог будет. Так, хорошо, смотрим. ВП, сейчас весь ум нужно просто в одну... Просто, я не знаю, какую-то субстанцию. Бля, просто вот, я не знаю, все IQ сконцентрируйте на том, чтобы пообщаться о том, что окей, гайз, надо найти Шиде, надо Шиде убить. Дарксир ждет момента, потом стягивает стенка в луну. Ну, бля, я не знаю, как можно с голыми арканами закрыть. Так, союз. Охуенно. Мы нажмем смог, чтобы вперед пойти, блядь. Не обойти, а просто вперед пойти. Пиздец, нахуй. Это как вообще, блядь? Нахуй вы смог жмете? Бегите без него вперед, блядь. Какой тупой мув, блядь. Просто вперед пошли. Не-не-не-не-не. А, кстати, знаете, что самое забавное? Блэклисты были готовы к смоку. Они же вышли. Они понимают, что ВП давно нет на карте. И они вышли. А почему они были готовы к смоку? Потому что ВП давно не было на карте. А давно почему не было ВП на карте? Потому что он добивал кирасу на сабухах лишние, блядь, 30 секунд. Которые могли бы порешать, чтобы они быстрее прибежали бы. Вот и все, как говорится. И все, бьёб второго Рошана. Блять, вот хоть один нормальный мув у ВП был в этой игре? Хоть один, блять, хоть один. Хотя бы, блять, один. У них настолько охуенный драфт, но, блин, хоть что-нибудь. Ладно, на базе легче драться, согласитесь, по факту. Че, неужели ВП реально вылетит с турнира? Им дали 550 шансов, бля. Швейцарскую систему придумали специально, чтобы они могли выйти во вторую стадию. Даже этого мало. Все равно отсосали. Ну как это реально? Я хуй знает. Ладно, рано хранить, это бот-3. Топ не отпушивается. Стоят на варде. Вот это уже что-то с чем-то. Обеда, шлепнуть без Аегиса. Лассо пошло. Так. Айон диска нету. Палоса за хуй сос... Нормальный файт, наверное, потому что луну от зоны нужно Габислава. Габислав нажимает БКБ, пошел на ФНГ, ФНГ просто разъебашили. Так, смотрим. Ой-ой-ой, Кири, ты что, больно, прыгает, у нас Квадикс, хорошо. Первое нормальное действие от Virtus.pro, не верю я. Я это, в это не верю, Кири, ты живет, не живет, нихуя, Кири, ты есть байбек. Выкупился ФНГ, куда-то бежит, Квадикс все это время. Булстоун еще не нажимал, отлично, ФНГ вернулся с байбека, накрыл Пауса, Паус без БКБ. Пауса нужно убить, появилась иллюзия луны бьет, но там сыр передал обед.
Ах ты, обед, сученыш маленький, как же хорошо ты играешь, блядь. 10-1-9, ФНГ после бэбэка умирает, гадлайк от обеда. Как же он ебашит, сука, ну почему он в этой параше играет, я не понимаю, мне даже больно немного за него, но он же пиздец, игрок тир-1 уровня, абсолютный просто пиздец, бог нахуй. Выделяется даже в самых мертвейших играх. Есть футболист, вот скажите, есть специалисты по спорту у меня в чате, я уверен, что есть. Есть футболист, который прям бог, но он играет в команде парашника всю свою карьеру, и поэтому ничего не добился. Такой есть вообще? Ну что ты пишешь, я? Да какой погребняк? Мбаппе? Подождите, Мбаппе же играет в одном из самых крутых клубов, не? Кейн, я даже не слышал, кто это такой. Я знаю, что есть Миша Кейн, который 2 литра пива тоже может выпить. Нави тренировал когда-то. Так. Тим с позиции спрятал, пытаются убить Габи. Габи нажимает БКБ, обед опять катает. Говна, какого же говна дает обед? Боже ты мой, всех отзонил. Кири, ты что, очень больно, его свапнули. Обед здесь же, поменял позицию. Полос уже даже что-то делает в игре. Я не верю, блядь. Не, ну, ребят, это не выиграть, объективно. Тут, ну, просто, ну... Ну, сытный мясной обед. Я не знаю, 11-1-11. Просто жесть. 22 КДА. Просто машина, блядь, для ебли. Ну да, может быть, на фоне, конечно, бичуганских ВП он так хорошо выглядит, да? Или там, не знаю, с какими-то там условно, против какого-то ГПК такого не будет, условно, да. Но все равно, что есть, то есть. Его уровень точно не Sweet Stage 2. Ну, то есть это чувак, который должен играть на тир-1 уровне 100%. Последний файт от ВП, так, зашли в спину, стянули, вот, наконец-то, хорошо, убьют обеда, обеда убьют ульты, нет, обеда свапнули, но все равно это, наконец-то, ВП смогли напасть первыми, и в итоге неплохой файт, ВП еще поиграют, походу, но последний, нет, нихуя, просто Киритыч сдох, просто, а, ну тут уже пиздец, тут же, бля, ну вот, вот был бы этот файт, если бы у них было, блядь, ну на слот побольше, они бы реально бы сейчас их убили, но... А тут уже Паулс даже. Когда над вами издевается Паулс, уже пора задуматься. ГГ пишет ФНГ. И Нотсет пишет Disconnect. Ждем вторую карту. Потому что на стриме иногда не получается. Ебать, да ладно. Бля, какая же разница в миде от обеда? Это просто пиздец. Это пиздец. Чел накрыл вайпером его и просто пожрал говна и по крипстату и умер 1-1. Я не знаю, это вообще... Так, только они у них... Получается, алхимика спиздили. Я не знаю, вообще вайпер, это же вообще кринж, конечно. Блин, он выжил максимум, конечно. И, наверное, в какой-то момент ему просто нужно идти бить лес. Ну вот он взял Meld в 2, чтобы его кильнуть, да, и у него нет рефракшена 2. Поэтому бить лес, конечно, не так будет эффективно. Так, союз. Пиздец, кстати, Пангольер тройка, тоже зафлексили панга. Что-то как будто бы ВП... Ну, мне все равно нравится драфт ВП, он как будто сильнее. Просто из-за того, что здесь керри матчап сильнее. Короче, я поверю в ВП... Мне кажется, у них овердрафт в этой игре. Да, обед сделал разницу, но игра командная, ничего не поделать. Чисто вера. Вера в СНГ ребят. Она меня всегда губит. Поэтому не советую повторять моих ошибок. Да, пошел обед лес фармить. Но на самом деле не может, если честно, стоять против вайпера. Он и так выжил вообще ультрамаксимум, который мог выжить. Очень давно, конечно, панга тройку не видел. Так, ФНГ прилетает. Вот сейчас зарубка 3 на 3 будет. Маны нету у Союша. Успеть бы выкинуть, конечно. Успел выкинуть гранату. Так, Тимс умрет. Можно и убить, кстати, и Палоса. Не понимаю, за кем бежать. Да, решили за МЖЗ побежать. Если граната, да, есть граната. Убьют, убьют, убьют точно. Можно даже гранату не тратить. Кстати, Палос на самом деле тоже может так откейтиться. Палоса можно убить, не? Там граната. Зачем он это делал? Ебачу. Бля, какой на керри просто странный игрок. Это мы так вкратце. О, еще и руну не везет обеду. Начинают играть под мид, под вайпером. Правильно делают. Обед пока не может ответить на эту агрессию. Никак. Летит, кстати, в мид еще Диз. Таюша попробует вернуть. Третий глимс вернет Саюша. Возвращает Саюша. И на самом деле... Ой, он мелт отменил. Хорошая гречка. Телекинез есть. Кстати, ну он все равно нажмет его, да. Скадикс даже не стрейфился, если что. В этот момент просто забил обеда, бля. Киллингспри просто накрыл чел вайпером. Ну, кстати, все равно по нетворку хорошо все. Сквадикс, так, посмотрим, руна. Сквадикс забирает ДД. Ой-ой-ой, можно идти до конца. Пошла граната от Сквадикса. Так, Тимс. Ой-ой-ой, сейчас Сквадикс 1 в 3 будет драться. Тимс умрет. Обеда тоже можно убить. Обед, конечно. Ой-ой-ой, как обед разве... Как обед тут просто раскатил. Умрет обед на базе. Убью. Ой-ой-ой-ой-ой, Сквадикс трипл килл. Квадикс трипл килл. Нужно бежать дальше. Отпивается бутылкой. Ай, Габи без сапога. Если бы сейчас не достал бы дабл эйджем, то он бы еще и вышел. Пиздец, какой важный момент для Virtus.pro сейчас был.
Вот это дабл дэмэдж руна. Мне кажется, обед ошибся. Я понял его логику. Он хотел выбить ульт и нажать ТП. Но он просчитался, понимаете? Кстати, знаете, что мне еще интересно? Нажал ли он ферик по прилету? Нажал ли он ферик? Да, он нажал ферик. Он даже второй купил, на второй был КД. Бля, ну он максимум выжил. Он максимум выжил, но... Ну просто, блин, он, наверное... Он, наверное, просто ДД не просчитал. Палос? Нет. Ух, ну отцу, кстати, тоже понял, что не успеет сбить. Дело в том, что Тинни один из лучших героев против Темпларки, так и Гречка сбивает Ерефракшн. Кири, ты че соло? Ёбаный насос. Ой, как зря. Ой, как зря он дабл эйдж нажал. Он бы выжил, если что. Если он просто нажал стампит и убежал бы, он бы выжил. Но он просто подарил фрикил на Морфе. Смог? Ну, это дефолт, на самом деле. Дайер должны это читать. Но это, типа, самое очевидное, что ты можешь сделать. Причем, если что, Тинни они прокликивали по-любому. Видели у него смог в инвентаре. МЖ зайдет ревилить это и умирает за просто. Ладно, не умирает. Ладно, умирает. Не знаю, насколько правильным этим решением было. Я считаю, что неправильно. Вот. Я считаю, что он знал, что они идут в смоке. И все, что ему нужно было сделать, это выйти. И все. Но по факту... Это нельзя считать ревилом, типа. Это просто фит. Вот. Так и что, Squadix в итоге, несмотря на две смерти, топ-1 нетворц, убил две вышки. УВП самая идеальная ситуация в игре, которая только возможна, потому что они играют против Алхимика и Темпларки. Это очень жадные герои, которые зависимы от предмета. Безумно. И они, открыв 2-1 вышки, просто, ну, могут бегать по их лесу, как у себя дома. И тут вопрос... Кто будет страдать? Либо Алхимик, либо Темпларка. Один из двух героев, 100%. Кто-то будет недофармливать. Уж спалос... Так, МЖЗ, левел 5. Тимс по-прежнему с палкой. Ой, какой хороший глифс от против Squadix'а. И это такой жирный килл. Но здесь 5 человек пришлось стянуть. Это все равно, на самом деле, неплохо для ВП, потому что у них 80% карты. То есть вот они стянули 5 челов, чтобы побить Вайпера, который разменялся. Но посмотрите, какой объем карты Virtus.pro фармит относительно того, что Blacklist ничего не делает. Я не знаю, вот вам не кажется, что вот это вот, ну это, блядь, полная хуйта, вот то, что он купил? Так, Ноцит, телепорт на Габи. Пошел стампит. Хорошо, МЖЗ закрыл, но Габи умрет. Ой, как катается Ноцит, шикарно, да ладно! Нет, не пошли дальше, не пошли дальше. Его сейчас будут возвращать, ну, блядь. Ноцит прыгает, по двоим получает щит. Если достаточно урона, не хватает урона. Подходит здесь ФНГ, МЖЗ, диффуз. Не успевает повесить диффуз. Ну, тут на трапах можно поплатиться. Хотя подходит Squadix. Вот те самые эншенты, которых обед так долго стакал. Ай-яй-яй-яй. Летит Палос, бот, летит Палос. Наказать он... Он отдал Black Wall? Он в тот раз отдал Black Wall, Киритич, зная это, все равно бьет вышку стоит. Правильно я понимаю? Да. Киритич, кстати, конечно, не пользуется информацией, которая доступна в открытом доступе. Пиздец как вообще. Неубиваемый морф в итоге умирает и теряет самую важную, так сказать, часть карты. Потому что эту вышку можно было дефать очень-очень долго. Что это позволит сделать? Это позволит найти фарм каждому кору. Я это к чему? Я к тому, что я столько игр Virtus.pro смотрел. Процент брака от этого игрока, именно такого, знаете, прям самого такого комичного. Вот как будто бы он играет на хайлайты Чарли Чаплина, знаете, это чтобы нас смешить. То есть какая-то нелепая хуета должна произойти всегда. И ты в этом уверен уже, потому что настолько часто это видел. Я не могу даже назвать более каких-то нелепых фейлов, чем от него, от любого другого керри. Есть просто человек, который хуёво играет, но у Киритыча у него именно прям... Вот постоянно, вот я помню ту палку на Манки Кинге, то еще вот прям какая-то вот прям реально нелепость. Вот как будто бы он... Знаете, как в этих сериалах, типа, вот кого-то там проклинают, и вот... Так, вышел на нот сюда. Прикладывает сики в бэкпэк почему-то. Какие-то, да, эти заготовки. То есть прям какая-то, ну, прям очень частая у него эта вещь. Хрона, блядь, то по своим поставит. Проебет из-за этого квалу во фри-игре. То просто палку на Манки Кинге не нажмет, байбекнется, умрет, блядь, там от крипов в квале на Бали Мейджор в игре, где невозможно проиграть ее. То есть ты постоянно вообще такая тема. А Тинни может прыгнуть, тоснуть, там, поднять, не поднять. Good luck, блядь, убить эту машину там. На 20-й минуте, у которой там 2 кхп, 20 армор. Так, Киритич, смотрим. Будет ли... Не будет ничего. Летит, кстати, Squadix. Не думаю, что это
конечно, что-то поможет. А как же обед хорошо играет, сука, бля, просто нереально жесткий. Только пьюр перекачивается в таких моментах, это факт. Я, кстати, смотрел тот, ну, тот реплей, и если что, там сетка, которую кинул тролль, полетела в тот момент, когда дизрапт руль нажал. Вообще, кстати, что разводить демагогию, я прям сейчас у него спрошу насчет того, как он перекачался там. Скажу вам, когда он ответит. Что-то я не подумал об этом, надо было еще вчера написать. Надеюсь, он не будет врать. Я увидел, что заколыхалась трава на другой части карты. Это значит, что дизраптор мог быть близко. Да хз, у него как-то все слишком хорошо. Вот без шуток. Вот все прям слишком хорошо ВП по драфту. Я не знаю, Серега вот просто не хочет вылетать с турнира настолько сильно, что решил просто ультануть на драфте в этой игре. Как будто бы Blacklist во всех моментах играют лучше, но вот исключительно из-за того, что ВП пизжи драфт, они могут победить. Вот. Ну и в прошлый хороший был драфт, но в этой еще сильнее овердрафт, понимаете? В прошлый тоже был хороший драфт, но в этой еще сильнее овердрафт. Габи, ноль реакции нахуй абсолютно просто. Back, get back. По тапкам. Как бы, если честно, этот Аегис на морфе... Не, берут смок его. Берут его смок, реально хотят какой-то найти файт. Давайте посмотрим Vision Virtus Pro. Рисует сквадик, что скорее всего... На дальних кемпах, пацаны, пошла Монта пушить мид. Но на самом деле могут сейчас найти Габи. Так, прыжок на Габи. Киритыч. Четвером находит пиков на коре. Палос в итоге выживает. Так, ну что, просто пока что качаются у нас игроки. БКБ дофармил морф, а Егис по-прежнему Virtus Pro смог. Нажимают блэклисты, ревилит это все Союз. Союз умирает. Как будто номинально виртуально наша жизнь игрушка, душе портально. У меня, короче, знаете, какая хуйня весной? Вот просто наступила весна, и я теперь начал какое-то слово слышать и сразу песню вспоминать. Так, ну вот, сет подставляется, ФНГ... Нет, он даже не будет пытаться, хотя... Ну, мало ли там, не знаю, дал бы ему мек, он бы раскрутил ульт, кто знает. Я, короче, какое-то слово услышу, и всегда у меня какая-то песня сразу в голове начинает играть. Может, какая-то болезнь новая? Песня-вирус? Ебать, Киритыч, что он вообще здесь делает? А как он... Ну ладно, у него Егис. О, охуеть вообще. Уникальный игрок. Уникум нахуй, блядь. Единственный в своем роде. Вот что я могу сказать. Уникум, просто уникум. Как бы такого один на миллион найти, это, ну, надо постараться. Чё, блядь, вообще, как, что, зачем, почему, из-за чего? Это вообще жесть. Знаете, в чем прикол отличия Дурачьё и Киритыча? Я вам объясню. Потому что Дурачьё играет на 7 корах, на которых это не так критично. Потому что основной кор у него на оффлейне. А здесь у команды построена абсолютно по-другому. Здесь игра идет на Киритыча, который исключительно ебашит на хардкорах, а Нотсет играет на пососах. Типа Пангалера тройки, понимаете? Дарксирах там и так далее. Тут вообще абсолютно по-другому построено, ну как бы... Ой-ой-ой, ебать, Тимс ошибся. Очень хотел забрать. Ну, если честно, как будто бы Shield Crash не тот спелл, который ты прям хочешь забрать, чтобы прям блинк вперед нажимать. Это прям очень какое-то странное решение от него было. Короче, если бы Киритыч бегал бы, кидал станы, да? Или на вивере там щекотал бы врагов. А на оффлейне у него был бы эйс на мишке. Это бы имело смысл. А еще, знаете, чего не хватает? Тофу на четверке... Селери на 5. Ну, так. Примерно. Хороший пиков. Ну да, вместо Складикса можно еще и Квина в целом. Ну и в целом ты такой, а нахуя тебе Киритыч в эту команду, да? Чтобы просто проверить этих четырех людей на прочность. Ой, Квин очень силен, ребят. Понимаете? И он очень умный игрок. Очень умный игрок. Сисич очень умный игрок, и он очень многое пережил в этой жизни, понимаете? Он играл с Яваром Сосалом 53 сезона подряд, будучи заложником американской доты. И он вынужден был за каждый слот ебашиться с ЕГЭ просто, у которого был всегда All-Star ростер, а у него Явар Сосал на керри. И там как бы ты ни играл, там надо реально прям поднапрячься. И он играл в эру механики, где, конечно, был там праймовый Сумаил, который его пиздошил, конечно, всегда. Вот. Но по факту, в плане игрового интеллекта, он прям очень хорош. А что поменялось с Дурачьё? Блядь, да, ребята, я Вар Сосал, и вы не понимаете, что если чел играет подобным стилем игры на 7 керри, и, это, блядь, огромная разница. Я Вар Сосал играл исключительно на хардкерри. На фантомке, на вайде, на антимаге. То есть это не... Ну, он не станы кидал. Как бы это абсолютно разные два стиля игры. Кто такой Явар Сосал? Ну, блин, ну Явар, ну и такой ник у него был. Вот такой у него был ник.
Вот так. US. Я, ну, когда разбирался, что значит US, я узнал, что первое EVAR. S я не узнал, что. Ну, наверное, сосал, потому что он каждую игру сосал. Вы спрашиваете вещи, на которых нет ответа. Я вам отвечал, он закидывал, даже невозможно было закидывать вообще. Ну, блин, я не знаю, вы что, реально не смотрели? Вы столько пропустили? Вы самую золотую эпоху доты пропустили. Эти легендарные матчи на интернешнлах, на мажорах. Ты же на саммите отлетел от команды Явара. Да, мы проиграли. Думаешь, ты Явара нас разъебал там? Нас разъебал Илидан, который играл с нами 50 кв в последний месяц. И он просто все сигнатурки. Он приехал на один турнир коучем, чтобы рассказать челам, чем мы играем, а потом его кикнули нахуй. То есть, если бы там был любой бы другой тренер, мы бы 100% бы тогда в гранд-финале с Эджи выиграли. Но у нас был ДМ, который играл на двух героях. И он ему всех этих героев банил. А об этом вообще не было информации. Ну, если ты не сагачел. Пиздец, какой смог охуенный от блэклист. Байбеки? Но почему не жмут байбеки они, я не понимаю. Нажмите байбеки. Все, нету Рубика, можно БХ нажимать. Так, Скватиксу помочь, обед умирает. Пиздец, челы сидят, просто ждут 5. Ой-ой-ой, это какой хуёвый глимс. Потерялся полос, а нечем сбить. Бежать за Габи. Байбеки, кстати, на сапах вжали. А ну ФГ, кстати. А, он даже не нажимал. Нифига. То есть, получается, один нот с этого купился. Такой хуёвый, если что, файт. И все равно для ВП идеально, потому что, ну, выиграли его, потому что у ВП намного лучше драфт. Ой-ой-ой-ой-ой, Киритыч в позиции. Пошла Шива-мыла, Да, детекшн на дай. Ой, поздний даст. ФНГ, ну ебать, ну как все поздно. Такой фрикил был. Чел пошел в соло просто фидить, плюс отдать гем. Тимс, кстати, не может попасть. Куда, куда, что, блядь, как паника, паника. Киритыч, блядь, маны нет, ничего нет. Как драться, непонятно. Рошан резнулся, 15 БКБ, БХ есть. Но челы уже в пятером тут, но нету ресурсов у Марфа драться. Дай манго. Перекачивается Киритыч. Дайте ему просто фейтбол, чтобы он умер. Ботлит, Сквадикс. Окей. Ресерч файт, ребят, очередной раз. Смотрим байбеки. Ноль байбеков на карте. Кто первый нападет, тот победит. Смотрим. Обходит Блэклист спину. Ой, а чего у меня все это время вебка так стояла? Так, обходит Блэклист спину. Носит, ну нажми шарт, ну ты ебануться вообще, ну это что такое? Ну как так происходит из раза в раз? Ну вы че, блядь, вообще просто ботинки нахуй. Он же, блядь, просто тысячу, ну там же... Ну как, ну вот он же видит. Ну шарт, ну 3 секунды у тебя! Дэ. Ай, я не понимаю, блять, я просто не понимаю, нахуй. То же самое, блять, просто как вот это я говорю, это команда, блять, которая должна в этих комедиях сниматься Чарли Чаплина, где на кожуру банановую наступают из раза в раз, или как там, где это было вообще, откуда это пошло. А Егис для обеда, МКБ, бля, как он ебашит, я не знаю, в такую тяжелейшую игру и так хуярить молона, это просто, ну... Ух, я не знаю, ну как бы он заслужил победить, без шуток, ну типа он слишком хорош. Стоит на варде, ФНГ мигают на него, сейчас пойдут его убивать. ФНГ не чувствует. Блинк на реакции. Блинк, ну ты же видишь. Почему не сюда? Байбека нету, Энигмы. Ну, а как я и говорю, если Virtus.pro где-то не сдохнут вне базы, или там, например, опять кентавр там твоих не застанет, смог от ВП. Ебать. Обеда засканили, ноцет, прыгает. Ну, это обед, нахуй. Причем он даже не специально это сделал, что. Палас без Аигиса. Ой-ой-ой, нашли обеда. Без байбеков. Бля, как же сложно здесь играть корами блэклист. Надо гнать. Ну не могут гнать, улетает Габи, Башера нет. Да я хз, ну бля, я смотрю на драфт рейдинг, и мне реально, блин, тяжело представить, как здесь проебать игру. Ведь тут как бы любой кор просто убьет двух других. Перебьет. Только если опять, ну как-то они обосрутся, я не знаю, не нажмут ни одной кнопки, подставятся, умрут пятером, не прыгнут первыми. Потому что если ВП прыгают первыми, то все, конец, the end. Плюс у них еще Энигма в лейте, прикиньте, Ну Габи какую-то вообще красоту делает, ребят, я не знаю. Заходит в спину. Или найдут. И нашли. Ой-ой-ой. Нотисит. Есть ульта. Габи выбили от стампит. Как будто бы нормально. Руна щита. 3200. А голос мочи... Есть? Нет? Нет смока. Так что это вообще идеальный момент просто.
3200 хп у морфа, он же может просто пятерых зайти, его не убьют. Ой, это только с щита. У него 5000 хп на морфе. Фу, перекачанным. Го-го-го-го-го-го-го-го! Киритыч, подставься! Да-да-да-да-да! Не убьют, не убьют! Не убьют никак! Го-го-го! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Ноль урона по морфу! Морф всех! Да как так? Или норм все равно? Ну ладно, вайпер остался. Вайпера хватает. Вайпера хватает. Бля, неужели он вообще, ну как бы, ничего не мог сделать? Тимс. Габи без бая. Габи сейчас прыгнет на ФНГ. Давай. Прыгни. У-у-у! Кекс пошел. А коров нет. Убейте Габи без байбека, пожалуйста. Пожалуйста, убейте Габи без байбека. Ребята, давай, вперед. Вперед, медведи. Вперед, медведи. Все. Попался нахуй на удочку. Просто белорусский капкан, блядь, тебе. На белорусский капкан наступил чувачок. Ну реально, это такая тупость, знаете. Если ты кор, который умирает после байбека за пятерку, то ты, ну, неправильно... Конечно, приоритеты расставляешь. БКБ поставил на Рубике, Блэкхолл спизжен. Ох, ё-моё, чё-то попахивает, если честно, очком. Ух, ну если... Не, ну я не знаю, как бы это не проебать. Согласитесь, или можно? Да не, нельзя, ну тут драфт слишком сильный. Третья карта, походу, будет. Надеюсь. Ладно, я вспомнил игру в ВП, помните, где они вот здесь вот заходили с 30 тысяч голды? И, короче, у них не было маны на ухимике, БКБ и ульты. И еще, по-моему, складикса ресурсов не было. Но они, короче, вместо того, чтобы подойти, порегениться и выиграть игру, они побайбекались, продавали ПТ, покупали травела, прилетали по одному, умирали, и в итоге все в пятером там на 140 отлетели, им трон расхуярили. И они 35 тысяч вели, с Аигасом шли заканчивать игру. А, это против Ликвид было, их Микки с молниями, короче, пиздил каждого героя по 6 минут, потому что у него ДПСа не было. У Микки 4-11 был счет на темпларке в той игре, я помню, что-то такое. Ой, это жесть вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, выходит Палус опять, ну как, ну это что? Теория идеального файта или что, нахуй? Закрывают двух героев опять очередных, хотя это единственное... Ну я ебал вас в рот, Киритыч, опять сдох, не нажал ни одной кнопки, сука. Так, Киритыч пошел БКБ, превратился в темпларку, Габи байбека, Габи поднял вапнутый ул, Тимс, ебаная хуйня, ну что ж ты творишь-то, ну Габи, бьете, вы бьете, блять, кентал, ну какие вы уёб, ну как? Эти челы просто прокляты, блять, я клянусь, но они, это пиздец. Ну, как бы, я бы шел, ну, вот, забудьте, ой, я не могу, но у меня не слов, у меня только мат, исключительно. Два ебучих инициатора, 3 драки подряд, дохнут, сука, просто за стан, блядь, кентавра, нахуй, или алхимика. Потому что ходят друг за другом за ручку, и вместо того, чтобы стоять за героем с Аегисом, как ебанаты просто, в игре, где невозможно проебать, просто, вообще, по драфту. Это... Бля, они сливают? Может, они 3-2-2 шат? Да не, ну я не верю. Да не, ну это не похоже на 3-2-2. Я говорю, это похоже просто на проклятие какое-то. Морф с дабл дэмэджем, Аегисом. Проебывает файт. Ой, блядь, я не могу нахуй. Я серьезно, я не могу. Ой, я просто не могу. Детекшена нет, да? Оба БКБ вжали. Йоу, ну куда ты? Ну нажми шар. Ну куда он катится, блядь? Байбека нет. Куда он катится, нахуй? Ну ебаный в рот, ну вы 2 БКБ на корах потратили, ну отойдите, блядь. Ну куда ты катишься, блядь? Ой, как это можно было проебать, блядь? Как это можно было проебать? Я что-то видел вообще в своей жизни более нелепого, чем, блядь, Virtus.pro, нахуй. Вот серьезно, из команд. Я просто вспомнил эту игру и просто пошутил о том, что, ну нет, такой хуйни не может второй раз произойти. И, блядь, вот, ну, я, ну как? Лучше вообще ему, нахуй, Блэкхолл не нажимать, я серьезно говорю. Он только его Рубику, блядь, дает. С моими крипами будут играть. Бля, и даже так они легко могут выиграть, представляете? Нет слов. Одни слезы. Байбек есть. Без трона уже выиграют, да?
Продал манту, купил рефрешер. А дэмэдж где взять? Блять, это что нахуй рубрика, блять, у какого-то версуты, угадай героя по картинке, блять. Что это за хуету, блять, он тут накупил себе? Где криты, блять? Где сатаник? Николай чудотворец, блять. Ну что это такое? Блять, я не верю, нахуй. Я не верю, что таким хуёвым можно быть. Но он же всю жизнь ебашит, нахуй, сутками. И он тупосен. Но я не могу, бля, в это поверить, блять. Просто не могу, блять. Это какой-то концерт просто, блять. Это, ну, какое-то шоу. Шоу Трумана. Я в шоу Трумана? Где камеры, блять? Опять флип. Бля, вот в целом я вам и дал гайд, как проебать 20 тысяч рублей за 2 часа. Это к донату о инвестициях. Вот так инвестируй, братан. Вот тут вообще просто один топ. На Киритыче просто хуярю. Это как биткоин, понимаешь? Он когда-то $500 тысяч будет стоить. Просто в Киритыче вкладывайся. Вот просто возьми сейчас, ну, заложи, блядь, все квартиры, машины. Блядь, просто вот возьми и вложись в Киритыче. Это хороший очень ресурс. За ним будущее, вот, даст иксы свои. Более нелепые, хуевые игры, конечно, это надо вот постараться. Александр Левин, Александр Левин. Александр Левин, Никс, Александр Левин. Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс.